с вами Стафи, да, я знаю, что я очень-очень давно опоздал, что у Моргенштерна он открыл все-таки видео, вот это. Здесь на всех за 5 минут. И Моргенштерн. Я знаю, это уже 3 дня, еще давно, но я только сейчас, я же... Ну, понятно, да? Так, да, также он оставил на свою, так, на свою, где у него там продается, и он открыл здесь на всех за 5 минут, да. Также я знаю, что у него уже вышло давным-давно в Инстаграме очень много всякого, я знаю. И да, хотела вам сказать, я вас очень обожаю, мои любимые хейтеры, которые пишут у меня в комментариях, что я даун и не мелкий школьник. Я вас очень люблю. Спасибо. Да, я знаю, что у него вышло вот столько, и да, я знаю, что... Ну, никто мне не писал, но я знаю, что он был в Little Big, и он 12 октября в 8 часов будет ломать интернет. Окей. И вот это что-то новое. Всё ясно. Зачем он хрюкнул там? Ну окей, ну вот, короче, я вас очень обожаю, мои хейтеры. Ну а с вами был Стафи, подписывайтесь на канал. А если вы не поставите лайк, то... Понимаете? Такие дела. И если вы не поставите лайк, то... Кого-то умрёт... То у вас умрёт мама. Да, так уж обязательно ставьте лайки. То у вас реально умрет мама. Не верите? Попробуй. Не поставишь лайк? Лучше не рискуй не ставить лайк. Вот я тебе... Как ты без мамы в детдом, что ли, поедешь? Ну, лучше поставь лайк. Вот смотри, поставишь лайк, твоя мама не умрет. Так уж давай. Это, ставь лайк. С вами был Стафи. Всем пока-пока. Подписывайтесь также на канал. Пока-пока.